Часто спрашивают нас о названии, что же такое FF. Легенда гласит, что это мои инициалы, но если бы это мои инициалы были, может быть, я был более богатым. Чтобы узнать про наш ресторан, нужно просто в него прийти и ознакомиться с меню и поужинать, или пообедать, или позавтракать. Одесская, еврейская, советская кухня. Ну что, перечислять: пельмени, холодец, камбала жареная, бычки жареные, фаршмак, салаты разнообразные, селедка под шубой, оливье, мясное. То есть так, мы любим тех девушек, которые хорошо едят. У нас не только ресторан, но еще бар, FF, бар и ресторан. Это немножко две разные истории под одной крышей, потому что в пятницу-субботу у нас проходят концерты, у нас играют диджеи, как это модно сейчас. Мы такие те, кому немножко за. Вот, поэтому днем, вечером прекрасно провести время, вкусно опять же покушать и хорошо выпить, это у нас. В пятницу, субботу потанцевать. Иногда громкие концерты, необычные, порой эпатажные, но это иногда. Вот FF бар, ресторан, к вашим услугам.